основная наша задача к следующему митингу – это добиться массовости. На самом деле люди перестали бояться. На самом деле на нас смотрят широко открытыми глазами и восхищаются тем, что мы делаем. В этот раз в Алматы мы наделали шума. Весь город стоял в оцеплении, весь город стоял закрытым, заблокированным. Магазины, кафе, рестораны были закрыты, закрывали маленький бизнес. Естественно, от этого все страдают. Опять глушили связь, интернет. Естественно, страдают горожане. Естественно, те кадры задержания, насилия над нашими опашками, над этими женщинами, над инвалидом с протезом, они не могут оставить равнодушными никого. Понятное дело, что все эти кадры будут присоединять к нашим протестам все больше людей. И самое главное, кадры, где люди говорят «шал кет, шал душпан», эти кадры, они самые сильные. И эти слова, эти люди, они дают самую большую силу и пример народу остальному. Когда народ видит, что простые люди идут по улицам и требуют, чтобы Назарбаев ушел, они понимают, что так уже можно, так уже не страшно. Понимаете, мы тоже рвем шаблоны, мы разрываем вот эти страхи, показываем людям от митинга к митингу, от акции к акции. Мы показываем, что народ – это сила. Народ – это то, что может преодолеть действительно этот режим, и у нас достаточно этой силы, чтобы этот режим преодолеть. Мы народ великой страны, Казахстана. У нас есть выбор. Шал Кет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.